тебе хочу сказать. Что? Иди сюда, скажу. Ну, скажи. Вечереет, а мы пришли в квартал красных фонарей. А, то есть здесь нельзя снимать? Ну, как бы да. Вот это он? Вот это он. Друзья, смотрите. Древален, самый большой квартал красных, да, фонарей в Амстердаме. А вот здесь лучше не снимать, а то нас здесь отоварят. Но я немножко так приближу, чтобы мы этот квартал увидели вместе с вами. Вот смотрите, как ходит дунувшая молодежь. Готово. Алина в шоке. Это да. Вот как раз идут с этого квартала красных фонарей. Глаза, я хочу сказать, полные. А таз, вообще стекло просто. Они, видимо, давненько уже приняли. Да, прикольно. Весело? Весело. Интересно, в Амстердаме. Интересно, что происходит у них сейчас в голове. На какой планете они находятся? Ну, тут, кстати, выводят уже людей. Да. Убитых. Убитых нас, насмерть. Ну все, пошла жара. Пошла жара. Да, идем вдоль улицы красных фонарей. Но они у нас еще, конечно, не красные. Потому что еще не стемнело. Но вот когда стемнеет, они реально зажгутся и будут красными. Достаточно красивая улица. Очень даже красивая. Архитектура готика. Готический стиль. За моей спиной Ауде Кёрк. Это самое старое церковное сооружение города, которое датируется аж 14 веком. Оно пережило много пожаров, нападок инакомышленников и так далее, но по сей день существует и находится в одном из самых скандальных районов города, в районе красных фонарей Девален. С 9 до 17 здесь работает очень колоритное кафе, которое можно разглядеть сквозь забор. Меню вывешено прямо тут же. Кофе 2,6 евро, ну и так далее по списку, не очень много выбор блюд, но достаточно интересное место. И еще забыла сказать вам по поводу Ауде Кёрк, здесь знаменитый на минуточку Рембрандт крестил своих детей. И еще нужно отметить, что вау-эффекта при посещении внутри обычно не возникает, поэтому любуйтесь снаружи, заходить, не заходить, думайте сами. Но мы вам показали его, хотя движемся на самом деле к другому объекту, менее известному, но не менее интересному. Алина нашла опять какой-то огород. Где нас точно не ждут. Да,
кажется, что вот здесь находится это место, но мы пришли очень поздно, и оно уже закрыто. Придется возвращаться сюда в следующий раз. А что это за место? А, это церковь, расположенная на чердаке дома. В то время, когда в Амстердаме были гонения на верующих, один очень состоятельный человек прямо в своем доме оборудовал настоящую церковь. Она называется «Церковь на чердаке», она действующая. А вход в музей находится по соседству, и есть такой указатель на двери. Вот как раз написано, пожалуйста, вход, заходим. Здесь есть на русском языке то ли аудиогид, то ли экскурсия, то ли информация. Идем, переодеваться. Ну, нам точно она нужна. Two tickets. We close at 6 o'clock. Okay. Yeah, I close at 6 o'clock. What is your nationality, ma'am? Russian. Most people need 1 hour to see the museum. You have half an hour. Yes. You can see it in half an hour, but yes. Most people are here 1 hour. So it's a little bit short. You know what I mean? Чего? You speak English? Говорите по-английски. А, не понимаю я. Yes. You understand what I'm saying? Yes. Okay. Is it okay? 30 minutes okay. Is okay? Okay. Okay. Bij Jan. Waar ben je dan voorlopig kunnen gaan? It's upstairs in the basement here. Mm-hmm. My colleague is there. He will give you an audio guide. Mm-hmm. In perfect Russian, madam. We have a very beautiful Russian audio guide. Mm-hmm. Thank you. Нам сказали, что для посещения нужен час. У нас осталось буквально 20 минут. Поэтому делаем все по ускоренной программе, как мы любим. Побежали. Вау, нам дали аудио. Прикол, нам дали вот такую вот штуку, которую нужно. Три отдельных дома. Зачем нам пульт управления? Ну, вот так все понятно. Вау! Друзья, смотрите, какая сковорода. Вот так вот раньше жили. А это кухня. Видимо, точно. И вот здесь даже вода, наверное, текла когда-то. Но сейчас уже не течет. В общем так, три отдельных дома. Один из них расположен на канале, два немножко в углублении. Это очень старые дома, в которых жили и в которых устроили церковь. У нас нет времени слушать аудиогид, поэтому мы идем по помещениям в нашем любимом темпе, чтобы смотри. Смотри, как скрипит пол. Офигеть. Ладно, да. Пошли, у нас времени вообще нет, нас скоро выгонят. Бегом, бегом в нашем любимом темпе. И глиняная посуда, керамическая посуда. Эта комната не очень нам интересна. Вообще не интересна. Хотя здесь вот такие везде деревянные ставни, лестницы. Ладно, мы идем наверх, друзья. Зачем вот здесь опять находятся такие вещи, где нужно прикладывать этот аудиогид. И он вам будет что-то рассказывать. Расстояние 30 сантиметров. О, вот это уже дорого-богато. Смотрите, как красиво. Да уж. Картина. Какой камин был. Или каминный зал, хотя камина тут вот я вообще не вижу. Даже комод. Смотрите, какая люстра. Все, что ли? Куда дальше-то? А, вот сюда. Нет, вот сюда. Нам наверх еще выше. Еще одна комната.
Стулья, обитые кожей. А кровать? Ха, кровать. Посмотри, какого маленького роста были люди, если они помещались на таких кроватях. Вот эта же кровать, она практически на ребенка. На самом деле, просто средний рост человека был гораздо ниже. Даже Наполеон. Все время говорят, он очень маленький, маленького роста. На самом деле, такой был рост у среднестатистических людей. Пойдем в следующую комнату. А вот и сама церковь. Церковь на чердаке. Друзья, мы пришли. Очень необычно в жилом доме на третьем этаже увидеть церковь. Или даже не на третьем, мы столько поднимались по лестнице. Друзья, вот в этом месте управляли органом. Управляют. А, и управляют? Действующие? Вот, орган управления органом. И огромное количество педалей. Это не как в классическом рояле две педали. Тут их много. 1794 год. Орган сделан. 1794? Именно. Да. Год производства указан на клавиатуре. Обалдеть. Если вы никогда не видели, в каких помещениях исповедуются, то можете посмотреть на примере как раз этой церкви. В одном из помещений находится священник, а в другом человек, который хочет исповедаться. И вот через это окошечко они общаются. Интересное место, если вы любите старинные предметы быта и религии, то вам сюда точно стоит сходить. Чердаке рекомендуют отводить час. Мы ее посмотрели за 15 минут. Почти ничего не увидели, но, в принципе, самое главное увидели. Смотри, какая ряса в золоте. 1850 год. Вот в этот период носили такие одеяния. В церкви даже туалет есть. А вот эти знаменитые окошечки, за которыми вы знаете, что происходит. Рядом Марпутан. Много-много шариков. И, видимо, еще какой-то Марпутан открылся. Ну и вот они, фонари и двери. Я не буду показывать, ему проходить. Да, кстати, это реально Марпутан открылся. Да. Такие персонажи из окон торчат, что я в шоке.
Я туда никогда бы не зашел, честно тебе говорю. На любителя. На любителя. Эти путаны реально на большого любителя, вот смотрите. Вот, в принципе, и так. В принципе, да, вот за этими красными дверьми и торгуют женщины любовью. Вот даже в шарике лопаются. Официально. Не выдерживают. В общем, мы вам это показали. Друзья, смотрите, катерок вместе с вином. С пивом, с напитками. Еще один. То ли это бар-ресторан, то ли это реально катер, на котором могут его повозить. Пока непонятно. Нет, просто есть такие скучные кораблики по реке, а есть веселые. Вот это веселые. Там бар больше, чем в барах стационарных. Друзья, на этом наша серия в квартале красных фонарей Амстердама заканчивается. Дневная серия. Не знаю, сегодня или завтра, но мы еще обязательно вернемся сюда вечерком. Но нас не будет в серии ночной, потому что ночью здесь точно можно по хлеборезке получить, если будешь снимать. Но если ты просто походишь и посмотришь, то ничего страшного. Походить, посмотреть-то мы, конечно, походим, но как ты это потом все покажешь зрителям нашим? Если что, мы вам расскажем. В общем, эта серия по площади Дам, кварталу Девален и церкви на чердаке заканчивается. На этом мы с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, потому что впереди много интересной информации. Очень много интересной информации. Друзья, пока! Мы полетели в следующее видео.